Всем ассаламу алейкум. Уважаемый Сергей Владимирович, дорогие гости, дорогие земляки, приветствую всех присутствующих. Как мы знаем, пару дней назад совершились 33 Олимпийские игры в Токио. Я думаю, что наша команда выступила, в общем, неплохо. Команда Олимпийского комитета за последние 17 лет показала самый высокий уровень. И для меня было большой честью быть частью этой истории, стать знаменосцем такой сильной и мощной команды. Когда мы вчера летели с Японии в Москву, в самолете наш главный тренер Джамбула Тедеев сказал президенту Олимпийского комитета Станиславу Позднякову, что когда я нес флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности мой родной Дагестан, внес большой вклад в успех нашей сборной. У нас 3 золотых, 1 серебряное и 2 бронзовые медали. Если считать количество, по количеству мы обошли многих крупных держав. Для меня самое тяжелое на этих играх было ожидание. Было, конечно, и психологическое давление, так как я выступал последний день, и мои товарищи по команде, они уже выступили, некоторые уже были дома, а мне надо было еще ждать. И особенно, когда у меня была принципиальная схватка финальная, наша схватка решала судьбу нашей сборной. И у нас 2 золотые, и у американцев 2 золотые, и наша схватка должна была решать судьбу нашей сборной. И особенно, когда перед финалом ко мне подошли, сказали, что если я выиграю, я стану знаменосцем на закрытии Олимпийских игр. Поэтому я не смог не подвести, в первую очередь, себя, свою команду и свою страну. В первую очередь я бы хотел бы поблагодарить всех людей, которые причастны к этой медали. Это, конечно, в первую очередь наши тренера, наставники, которые вкладывают в нас душу. И под их руководством мы ходим в секции, и благодаря им мы становимся олимпийскими чемпионами. Хочу поблагодарить всех, весь тренерский состав сборной России в лице Джамбулата Тедеева, весь медперсонал, моих старых партнеров. Отдельно хочу выразить благодарность тем людям, которые делают очень много для развития нашего вида спорта, и не только. Это наши земляки Гаджиеву Магомеду Таждиновичу, Керимову Сулейману Абусаидовичу и Мутазалиеву Амару Магомедовичу. На протяжении всей Олимпиады мы чувствовали поддержку наших земляков. Я бы хотел поблагодарить всех, кто за нас болел, переживал, радовался за наши победы. И сегодня, несмотря на свою занятость, здесь пришли очень много людей нас поздравить, уделить нам внимание и поддержать. Вам огромное спасибо. И, конечно, хочу сказать спасибо нашему главному болельщику Сергею Олеговичу за продвижение всего пути. Он был рядом, контролировал наш путь. Вам огромное спасибо, Олимович. Желаю вам успеха в вашей нелегкой работе и терпения. Еще раз от себя лично, от лица всей сборной команды Олимпийского комитета
Еще раз хочу поздравить всех чемпионов, призеров, их тренеров, родных, близких, весь Дагестан с успешным выступлением наших ребят на Олимпийских играх. Пусть у нас будут только победы, и пусть Всевышний нас соберет только вот таких радостных событиях. Спасибо. Удачи. Дорогие друзья, еще раз поздравляем команду России с блестящим выступлением.